привет, дорогие друзья! Это новый Федоревлог. И этот выпуск, он очень маленький. Но на самом деле, это очень большое спасибо вам за то, что вы были с нами эти 2 года. Может быть, чуть меньше. За то, что сейчас у нас уже больше 100 тысяч подписчиков. Ваши комментарии, ваши вопросы, ваши глаза, когда мы встречаемся где-нибудь в аэропорту, или на улице, или у нас в офисе, очень сильно вдохновляют. Поэтому мы будем продолжать. Я хочу сказать огромное спасибо своей команде. Лично хочу поблагодарить Пашу Ступака, который со мной во влоге с самого первого дня. Капитан Бифхар Ступак. Это круто. Создавайте что угодно, но создавайте. Create whatever. Люблю вас. Пока. Да, кстати, и я опять улетаю. Купил на, попал на, продал на, напал на. Любимое слово Андрея, что бизнес – это рок-н-ролл. Я это, безусловно, поддерживаю. Это, по сути, способ жизни по решению проблем. Покажи лицо своему вызову. Главное качество предпринимателя – это способность принимать решения и нести за них ответственность. Это то, от чего все боятся. Боится, а вдруг мне не получится, а вдруг это не так склеится. А потом он хочет сразу сделать много. Так не надо много. Потому что, как правило, собственник, он абсолютно является несистемным. Он харизматичный, он основатель. Он больше мне напоминает композитора, а не дирижера. Entrepreneurs are people who don't necessarily entreprendre, like they say in French, which is they take, but they first see things. Ой, биткоины, вы мои биткоины. I think the future is in the heart. Успешный ты можешь быть, только если ты глубокий. Только глубокие люди могут быть успешными. Чтобы стать успешным в бизнесе, самое главное – это научиться, когда ты смотришь на человека, понять, он шеложопый, стуложопый или хитрожопый. Oh, I think the most important tool is fair play. It's not charisma, it's not power. Делайте отвлечение на музыку, слушайте Моцарта, плачьте над Чайковским, структурируйте мозг Бахом. Вот один из ключей только. Эликсир жизни равно – это время, плюс энергия, в скобках, умноженная на любовь. Если вы хоть что-то хотите улучшить в своей жизни, поливайте этим эликсиром. Пахи сюда! Поскорее! Как можно заработать деньги на женщинах? $139. У меня падают очки. Все, как всегда, несется. Вау!